Мы сейчас находимся на самой большой фабрике в Пекине изделий из нефрита. Здесь совершенно уникальнейшие изделия, скульптуры, украшения, которые выполнены из натурального нефрита. И это очень дорогие вещи. Но начать я хочу вот с этой уникальной вещи, которую делают местные мастера. Со сплошного куска камня они вырезают вот этот шарик. Он называется шар семейного благополучия. Шарик, который есть внешний, украшенный разными узорами, и внутри него находится несколько независимых маленьких шариков, которые можно крутить и переворачивать. Вот это абсолютно уникальнейшее изделие, которое, ну, невероятное мастерство надо, чтобы его создать, потому что с цельного куска камня несколько шаров, которые перекрывают друг друга и свободно вращаются. Вот так вблизи выглядит этот шар. Один большой с украшениями и несколько маленьких внутри. В том смысле, что старшее поколение заботится о младшем поколении. Соответственно, когда младшее поколение подрастает, оно заботится о следующем и так дальше, и дальше, и дальше. То есть защита и покровительство из поколения в поколение в семейной традиции.